Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dead Space Extraction. В последней серии мы играли за доктора, который, собственно, встречали в предпоследней серии, и, надо сказать, она спасла Лексин. В результате Лексин снова с нами, но при этом оказалось, что Экхард юнитолог, и именно он в конце бросил бедную женщину умирать, и в результате доктор погиб. Так что Экхард у нас, оказывается, тот еще мерзавец и подлец. Ну, собственно, давайте продвигаться дальше. Посмотрим, к чему это все нас приведет. Наша команда двинулась в ангар шаттлов, челноков. А, теперь мы играем за Уэллера, да? Чего они так долго? Может, пойдем назад проверим? Дай им еще минуту. Мы без царапин сюда добрались. Похоже, эта зона безопасна. Не стреляй, это Экхард. Бегите! Они везде. Я никого не вижу. Они были прямо за мной. Следовали. Не волнуйся, ты в безопасности. Где доктор? Что произошло? Мы были атакованы. Она заперлась вместе с ними, чтобы купить нам немножко времени. Она мертва? Ты же должен был защищать ее. Она закрыла дверь. Я ничего не мог сделать. Судя по всему, она спасла нас. Ты уверен? Ты думал, что я мертва? Я уверен. Мне жаль, Лексин. Но она умерла. И время, которое нам купила, уже исчезает. Так, все в поезд. Да. Да я попаду сегодня. Нет вообще. Ой. Да, блин, да что ж это за издевательство, а? Под конец что-то очень серьезное, перестрелки пошли. Так, уходим. Давай, Макнил, ты могешь. Лексин-то как Макнил и прикипела, да? Нам нужно разделиться, чтобы найти шаттл. Это хорошая идея. Чем дольше мы будем тут кружиться, тем больше шансов, что нас найдет каждая тварь на этом корабле. Я пойду с Экхардом, а вы пойдете с Лексин. Так, Экхард, мы тут выходим. Удачи. Почему я? Не хочу наших влюбленных разделять. Уэллер, кстати, далеко не такой плохой персонаж, каким кажется. Но я не буду спойлерить. Более того, Уэллер отличный персонаж. Господи, я опустошен. Не верю, что я жив до сих пор. Адреналин, говорит, просто подействовал. Просто держись. Да, где-то просто, мы-то, говорит, не солдаты. Просто соберись, сфокусируйся. О, как темно тут. Да, у меня один пистолет. Да, я знал, что это будет нелегко. А мы тут уже проходили же. О, да хватает, елки, блин, да. Ну что, ничего не хватает. Здесь так темно, мне страшно. Не нужно было покидать Лексин. Не нужно было разделяться. Ну хоть это. Экхард, закрысь. Твой большой рот нас убьет. Как же темно тут, а? Больше, похоже, не дадут повернуться. Взять мне эту штучку. Ой, ёлки. Ой, прости, Экхард.
Так, Экхард, за меня. Ну, конечно же. Давай. Не самая лучшая пушка, но в наших обстоятельствах выбирать не приходится. Ладно, я хочу двигаем. Ага, двигаем. Нормально. Все, уехал. Вот, вот моя любимая пушка. Ой, ну не то, что любимая. Но серьезно облегчает жизнь. Кто-то говорит, отрубаем конечности и стреляем в них же. Это можно было делать в Dead Space, но не в этой игре. Тут такого нет. Так, мы приближаемся уже, похоже. Так, нет, только не этот отстой, это просто мусор. Шаттл? Видишь, Экхард? Целый. Так, ладно, текст пока брать не буду. Блин, я бы Экхарда, конечно, постерегся за спиной держать. Ты кто? Дверь открой. Нет, сэр. Приказ моего лейтенанта. Никого не пускать. Нужно подождать, пока не придет. Да твой лейтенант мертв. Я приказываю тебе открыть дверь. Осторожно. Солдат, выбирайся и помоги мне. Гори, гори. О, какая хорошая пушка. Давай, давай. Ох, нравится. Да, блин, опять, ну... Не знаю, под конец в этой игре натурально перебор с врагами. Ну слишком, слишком много, елки-палки. Ну давай. Три штуки опять. Шо? По принципу действия похож он на огнемет. Ну, послабее, конечно. Или нет. Посветлее бы было еще. Так, отлично. Так, тихо. Готово? Готово. Ой, да сколько же вас, елки-палки. Просто натурально, если в начале серия шла натурально как фильм, с резкой смены событий, кадров, локаций, то под конец получается как? Вы заходите на локацию,
Вместо того, чтобы развивать сюжет, на вас будут минут 15 выкидывать толпы врагов. Выкидывать. И в результате таким образом будут, собственно, те полчаса, которые на каждую серию отведены, заполнять. Черт, солдат. Еще раз повторяю, открой дверь. Извините, сэр. Я не могу рисковать. Только что вил. А, ну все понятно. Ёлки. Блин, кошмар какой. Все, что осталось от него, это башка тупая. Офигеть. Ну вот, теперь вроде как с дверями проблем нет. Ой, ёлки-палки, ты посмотри. Да, когда ж это прекратится-то, а? Ну, видимо, никогда. Ладно. Господи. Бедняк даже не видел. Черт, консоль сломана. Кому-то придется вниз идти. Кому-то? Я даже не знаю, как оно выглядит. Веллер, тут ни одного шаттла нет. Все или разломано, или расстреляно. Здесь один есть зато. Ему нужен ручной запуск, но все должно быть в порядке. Мы в доке 47. Быстро сюда. Я открою заглушку, Экхард. Жди меня здесь. С удовольствием. Так, ладно. Пойдемте искать, раз такие дела. Я думаю, по дороге еще пару сотен врагов встретим. Но в этой серии, по крайней мере, поменьше врагов, чем в предыдущих. В предыдущих был вообще капец. Так, что, нулевая гравитация? Говорят, вот этот вот голос похож на Тали Зора. Из, собственно, знаете, Mass Effect. Так, вон, туда куда-то нужно. Так, давай. А, понятно, наверх. Так. Два не так страшно. Они вообще огонь очень не любят. Один готов. Второй пошел. Ой, только не эти. Давай. Так, ладно, не попал. Или попал. Так, половина сделана. Похоже, попал я все-таки в эту тварь. Почему ты меня с ним оставила? Почему ты не можешь защитить меня? Так, просто заберись, говорит, просто соберись. Ну, стандартно. Пистолет писек. Не писек, а писек. Так, последний осталось. У нас самые юные зрители, как обычно, поржали. Потому что полицейская служба тут называется писек. Хорошо. Так, опять два, да?
похоже, не убило. Ой, это было криво. Да что ж вы не дохнете-то, елки-палки. Все никак. Уехала, наконец-то. Так, все готово, Эккард. Как у тебя дела? Эккард, прием. Черт. Так, активируем гравитацию. Шо? Макнил, мы готовы запускать. Так, мы на транспорте. Сейчас Макнил приедет. I believe it is vital Lexine undergoes further examination on Earth. Altman be praised. End of message. What the hell is going on? Что происходит? Вейлер? Это секретное дело CEC. Как ты смеешь? CEC? CEC? Похоже, как церковь, судя по всему. Да уже разницы никакой нет, да? Короче говоря, дело в том, блин. Сначала он говорил, что Лексин нужно транспортировать на Землю, чтобы изучить ее. Дальнейшее изучение будет очень, типа, нам полезно. А зачем ему ее изучать? И вот именно этот разговор послушал и Веллер. И теперь у них идут разборки. Давайте продолжать. Так, не говори мне о власти. Давай послушаем. События на Эгиде 7 и на Ишимире экстраординарные. Настоящий маркер. Я рад, что выжил. Я нашел субъект, который вы ищете. Лексин Мёрдок. Она иммунна к эффектам маркера, как вы и ожидали. Никто меня не знает. Ботаник ожидал, но я о ней позаботился. Ах ты собака. Боюсь. Прости, сержант. Не могу тебе позволить меня останавливать. Я должен спасти Лексин, чтобы она могла нас спасти. Макнил был прав насчет тебя. Как и ты вообще-то. Но не могу позволить тебе нарушить планы винитологов. Почему Лексин? Она подходит нам. Церковь послала меня найти ее, а вы мне облегчили работу. Никто не ожидал, что церковь знает про нее, даже сама Лексин. Как она поймет вообще? Ты, должно быть, очень собой гордишься. Пожалуйста, сержант, я не арогантный человек, просто мой награда будет... Ну да. Скотина. Прости, Эккард. Ты был засранцем. Но такой смерть никто не заслуживает. Даже я. Да, вот это Сири. Вейлер, похоже, в очень плохом состоянии. Ну, как видите, короче говоря, с Лексин все не так просто, как кажется. Она иммунна к воздействию обелиска. Церковь хочет ее заполучить. И это как-то очень так интересно уворачивает сюжет. Как видите, собственно, церковь это все достаточно хорошо предвидела. И сюжет по-прежнему продолжает развиваться. Меня все меньше и меньше радует геймплей, честно говоря, в этой игре. Ну, игрой ее можно в кавычках назвать. Тут время от времени приходится просто по врагам на экране движущимся стрелять, как Duck Hunt. Но, собственно, сюжет, блин, и окружение просто офигительные. Поэтому увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.